4.8.6.1. Люди – это смертные боги, а боги – это бессмертные люди. Понявший смысл этой фразы прозреет. С точки зрения синтализма, смертные боги гораздо могущественнее и счастливее погрязших в вечном страдании бессмертных людей, чья вечность превратилась в ад. Лучше обладать могуществом и счастьем ограниченной жизни, когда ты Бог, чем бесконечно страдать в вечности. Бессмертные люди многое отдали бы за возможность быть смертными богами. Желающих много, а возможностей мало. Поэтому, когда умрешь, не иди на свет, и это даст тебе шанс вернуться в наш мир.